Так, атака легче от Америки? Нет, такой же повешу. Семерка. Такой? Два патрона. Такой же. Так, давай сейчас секунду поставлю. Ствол, а то... 423. 439. Патрон одинаковый, а скорость разная. Ну-ка, 424. Так, это брали. Патроны, глав патрон. Блин, неудобно. Так, 424, 439, 423. Приехали на штатку. Да. Так, да, теперь же мини. Те же патроны. Вот они. Семерка, клад патрон. Да. Это не штатная насадка. Ну, скорость одинаковая. Погрешность на уровне заводских патронов. Разницы в скорости нет. Так. 427. Эй, держимся. Собирай, собирай. Все патроны собирай. Так. 426, 415, 26, 27, то есть, ну, 25 в среднем. Итак, ну вот, отстреляли, вон там лежит троечка, ну, меня прогнала полиция. Ребята, я сделал только 4 выстрела и через хрон, то, что на видео, и все. Поэтому полиция приехала стрелять, я вообще не ожидал, что они в пятницу приедут стрелять. Сказали, смывайся отсюда. Вот, но это вот были последние выстрелы, хотя бы перекрутил насадку и начал жемини отстреливать. Вот там вот мишени лежат. Но надо было жемини брали, уже бы на тройке, там на семерке бы сравнили бы, ну кто же знал. То есть смотрите, 35 метров по дальномеру, вот центр осыпи. Я ударил ниже, ружье низит. Я пулями там стрелял. Я видел, они вот тут летели. Но, видите, дроп немножко ниже летит. Мушку я подгоню. Я немножко уже ружье подделал под себя. Убрал гребень. Затыльник, прокладку сменил. Мушку осталось доделать, чтобы оно стреляло вот даже вот чуть-чуть выше. Жемини занижен. Смотрите, жемини 57 штук. 2.1 сокола. Аж 14. И звезда. Гильзофетр. Что радует, ружье лупит раздутыми гильзами, не раздутыми, все летят. Вот, но 57 штук. Ну если бы вот он центр, если бы вот сюда бы, вот видите, здесь бы очень хорошая была кучность. И вот как стрельно убрали. Брали, я уже стрелял выше. Какая красивая картинка. Очень красивая. Очень равномерная для этого сужения. Попало 65. Вот он центр. Буквально вот он. То есть 35 метров. Картинка немножко лучше. Видите, очень классная равномерность. Просто вот, вот и сгущение есть. А здесь, видите, вон окна, вон. Ну, опять же, центр вниз. Это вот периферия. Наверное, вот он центр. И мне сказали, у тебя не выстрел ниже пошел. Кто его знает? Я думаю, я левочку еще перестреляю. Мушечку подгоню, убрали. Я сделал поправку, я сюда начал целиться, не вот так, а вот так. Классно положил. Ровно, ровно, ровно. А вот жемини. В принципе, блин, разницы и такой вот, чтобы в два раза переплачивать, я ее не вижу. Если бы вот здесь центр поднять, здесь бы, может быть, даже больше прилетело. Так что, брали по-любому я оставлять не буду. Я оставлю жемини.
Меняются приоритеты, продаем брали, оставляем же мини. Есть в планах еще кикс. Так, ну вот, сейчас, секунду, другие. И вот выстрел же мини, 35 метров, патрон Калашников, дроп номер 3. Ну здесь я вот четко выстрелил, немножко правее, наверное, вот он центр, ветер. Все-таки меня немножко, конечно, очень сильный ветер был. Ребят, результат 97 штук. А, их там летит 115, наверное. Или 110, троечки. 97 штук. Мишень 60 на 60, то есть результат хороший. Жимини Брайли не смог выстрелить, я же говорю, меня прогнали. Если бы знал бы, я бы лучше бы семеркой не стрелял, а стрельнул бы тройкой быстро перекрутил бы, но ничего, все еще впереди. Вот такая вот ушибь для троечки, для заводского патрона. Здесь мягкая дробь, здесь порох Аквила. Ну, можно сравнить из ТОЗа. Я внизу ставлю отстрел этого патрона. Так что, вот такая картинка же мини.